Если тепло, немножко расстегни впереди. Олег, тише иди.
Олег, тише, подожди. Ну я же не могу, у меня зонт, это, рюкзак, тяжесть. Ну чего я должен ждать? А что я, потом убежишь на километр и что делать, а? Куда я пойду? Так за мной иди, Ашура. А я же говорю, я не могу угнаться. А просто, а чего я должен ждать? Я говорю, а что мне потом тебя искать? Так смотри, куда я иду, и за мной иди, а что я должен... Так не в этом дело, а я, если уйдешь на километр, а? А где я найду? Вон, Ауштрих убрали. А, так, а я же иду, зачем ты должен меня останавливать? Опять начинается, а? Что, вообще идиот, что ли, а? А куда мне потом идти? Так ты же видишь, куда я иду. Так неважно, я вижу, иду, а там повороты какие-нибудь. И когда я приду? К вечеру, что ли? А что ты должен к вечеру? Вот, смотри, куда я иду, и за мной иди. Не в этом дело, у меня же рюкзак тяжелый. Я должен медленно ходить. Что непонятно? Ну, ты рюкзак тяжелый, и что? А ты что, не видишь, куда я иду? Так не в этом дело. Я же все равно не смогу за тобой угнаться. Куда-нибудь увильнешь, и куда я буду искать, а? Что непонятно? И тем более сам вспотеешь. Сегодня такое тепло. Так вот я иду, ты же видишь, зачем меня останавливать? А если отойдешь на метров 500 и куда-то повернешь, а? Тем более, когда ты далеко, так и хочется быстрее пойти. А я весь потею. Зачем это надо? Thank you.
Алик.